Всем привет, я Магнит Косметик, город Орск, Братская 38. Давайте смотреть ассортименты, новинки вместе. Какие интересные банки, выполненные из стекла, бамбуковая крышка. Объем 1,5 литра. Товары для кухни. 269 рублей. Кружки 350 миллилитров, а стекло и с цветным дном. Разные расцветки. Смотрите, зеленые и голубые, и синие, и розовые, и желтые, всякие есть. 89,99. Также кружка Леди Баг 250 миллилитров. 169,99. Выполнена из стекла. И вот смотрю, еще одна есть. Леди Баг Супер Кот. Есть высокие кружки. Кружка, материал изделия костяной фарфор. Объем 390 миллилитров. А вроде и небольшой объем, а с виду кажется, что вот такие большие кружки. А еще кружки Люблю 320 миллилитров, стекло. Разные сердечки разного цвета. Скидка 23%, 99,99, а стоили 130 рублей. А салатники 13 сантиметров, 250 миллилитров. Маленькие 50% скидка, стоил салатник 160, сейчас 80 рублей. А есть тарелки Дымка. Суповая тарелка 119,99 и десертная 100 рублей. Есть побольше тарелка обеденная 130 рублей. 26 сантиметров. Формы для выпечки. Можно и рулеты здесь делать мясные. 249 рублей. 99 копеек. Вот эти мне формы нравятся. Я уже, по-моему, как-то их показывала. Они такие тяжелые. Формы для запекания. 2400 миллилитра. Прямоугольная. Симпатичная. А рисунка нет, но она такая прям... Видно, что качественная. Неплохая. Есть поменьше. Такая поменьше. Так, сколько она? 1,4 литра. А на ту ценника нет, а на эту поменьше, которая 599. Такие есть формы для пирогов. Ромашка. 28 сантиметров объем. 399. 400 рублей. В общем, формы для выпечки с антипригарным покрытием. 24 на 24 и 4 сантиметра. 179,99. Есть квадратные 34 на 24, 500 рублей. Еще есть формы для выпечки. Углеродистая сталь 34 на 24, прямоугольная, скидка 40%. Форма для запекания, съемный замок, съемная, 26 сантиметров, с антипригарным покрытием, 800 рублей. И такие тоже есть, 44 миллиметра, размер, диаметр 279 и 46 миллиметров, форма для выпечки. 140 рублей. Как тебе мой размерчик? Пленка пищевая для хранения продуктов. Прочная, эластичная. 72 рубля. 50 метров. Ну и лайфхаки с пищевой пленкой. А это пергамент в листах. Попробуй не оторваться.
не пропускает жир. 20 листов, 30 на 40 сантиметров и всего 8 метров. А с двухсторонним антипригарным покрытием не прилипает. 170 рублей. Еще тоже вот еще фольга супер прочная для запекания и хранения продуктов от Ивлева. 35% прочнее стандартный. Что-то не вижу, сколько здесь размер какой. 10 метров. 240 рублей. Это рукав для хранения и запекания продуктов. 38 сантиметров, 5 метров с завязками. Был 70 рублей, сейчас 48 такой рукав. Огромное количество различных емкостей для продуктов. Есть такие складные, как в Светофоре, как в Фикс Прайс. Большие, маленькие, круглые, прямоугольные, квадратные, разные. А также много досок разделочных. Доска 400 рублей. Премиум доска разделочная 24 на 36 сантиметров. Прорезиненный край, двухсторонняя рабочая поверхность, не впитывает запахи и не боится острых ножей. Есть из бамбука разделочная доска 27 на 15 сантиметров, 250 рублей. Есть доска из бамбука разделочная. Так, сколько здесь размер не указан? Не указан. 500 рублей. Вот такая доска 32 на 19 сантиметров, 350. Доска разделочная 22 на 32 сантиметра, тоже бамбук, 550 рублей. Ну и такая недорогая, 130 рублей. Доска разделочная особенная, большая, 20 на 32 сантиметра, уникальный состав. Доска не впитывает вредных веществ, не набухает, легко моется и не тупит ножи. Уникальная конструкция. Углубленная канавка по всему периметру, которая не позволит жидкости стекать на стол. Вот она, канавка. Специальные ножи предотвращают образование плесени в нижней части доски. Специальные ножки предотвращают образование плесени в нижней части доски и ускоряют сушку. Где они, эти ножки? Где их искать? Разные расцветки, 130 рублей. Блинные сковороды с антипригарным покрытием, 22 сантиметра, 170 рублей стоит, 15% скидка. Вот такая сковородочка небольшая, 1400, 22 сантиметра. Хорошенькая такая прям. Вот мне нравится 22 и 24 сантиметра сковороды. Вот это 24, 1350 стоит, а это 1400. И картошечку поджарить или еще что-то. А пластиковые миски, вернее салатник миска, 2,5 литра, 60 рублей. Есть поменьше, 1,5 литра, 40 рублей. И 0,8 литра, 26 рублей. Лопатки бамбуковые, 7 на 30 сантиметров, 53,99, 50% скидка, а было 110. Есть лопатки с прорезями, здесь 49 рублей, а затем ложки 53 рубля, деревянные. Эти такие же лопатки. О, это что такое? А, это щипцы. Щипцы для пирожных. 23 сантиметра.
А, вон что, здесь написано для пирожных, а здесь написано щипцы для мяса и спагетти. 140 рублей. На этом все. Кому понравилось видео, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. А я вас всех обнимаю и люблю. Пока-пока.